Роман Костомаров последние недели лета проводит на Черноморском побережье. В Сочи 46-летний спортсмен приехал с семьей ради гастролей шоу «Письма любви» Ильи Авербуха. Старшего на протезы олимпийского чемпиона поддерживает его жена Оксана Домнина. Она помогает мужу с бытовыми проблемами, ведет от его имени аккаунты в социальных сетях. Чудом выживший Костомаров обратился к друзьям и фанатам с предупреждением о том, что он не открывал сбор средств на свое лечение. Как выяснилось, мошенники воспользовались ситуацией Романа и от его имени собирают с россиян в сети деньги. Он предостерег наивных людей от ошибки и попросил их быть внимательными. «Не ведитесь на них, никаких сборов денег я не делаю, поэтому будьте внимательны», сказал Роман. «Спасибо всем, кто молился за меня и переживал. Все это я видел, слышал, чувствовал. Цените жизнь, цените каждый момент, потому что жизнь полна сюрпризов», обратился к зрителям олимпийский чемпион. После этого обращения к публике Костомаров поделился новым видео из тренажерного зала. Он продолжает проходить реабилитацию даже во время командировки. Сегодня Роман показал, как из последних сил, обливаясь потом, крутит педали на велотренажере. Ранее, кстати, первый тренер фигуриста Лидия Караваева сказала о том, что Роман планирует вернуться на лед в статусе спортсмена. Пока что он принимает участие в шоу «Авербуха» в упрощенном формате, выходит в финале к зрителям без коньков. Однако, по мнению Караваевой, Костомаров еще покажет всем, на что он способен.